Доброе утро! Вы на канале Вифлория. И сегодня суббота и моя очередная распаковка. Растения приехали из Голландии. Здесь три коробки. Две большие, одна маленькая. Растения красивые и интересные. Единственное, что здесь есть растения, за которых я очень переживаю, так как они с хрупкими большими листьями. У меня растения приехали сегодня не в тролле, а в коробках. Я немного волнуюсь за их целостность. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. И начинаем разглядывать, что приехало. Так, красота. Прямо сразу, прямо сверху у меня вот такое вот симпатичный филодендрон карамель. Это не карамель марбл, это обычная карамель, но она безумно красивая тоже. У нее вот такие вот красивые листья. Форма листа очень красивая и цвет. То есть они не просто зеленые, у нее лист выходит такой, я бы сказала, карамельный, коричневато-желтовато-зеленоватый. И потом они становятся ну, просто зелеными, темными. Форма листа красивая, такая резная. И будет он, конечно же, крупный, большой, с красивым листом плотным. Ну вот, пока вот такой вот он небольшой. Ну, я бы не сказала, что он, конечно, сильно маленький. Он достаточно уже хорошенький. Вот, и он так играет тонами. Цвет такой у него, он как перецветает. У него сначала такой коричневый, потом наполовину зеленый, потом зеленее, в общем. И он вот играет вот этими вот тонами, и тем самым он очень красивый. Вот. Но он суховатый. Сухой, надо будет поливать. Дальше, следующий тоже карамель. Здесь молодой лист был, только открывался. Надеюсь, выживет. Сейчас я немного его верну. По два растения я вижу, по два растения в горшке. Это очень хорошо, будет пышный куст. Вот такая вот красота. Очень красивая карамелька. Симпатичные. Симпатичные. И мне нравится, что не одно растение, а два в горшочке. Он когда будет расти, он будет пышниться. Здесь вот на этом листе даже такие полосы по листу красивые. Такие вот как... Ну, я бы не сказала варигатность, но подобно варигатности, потому что и с этой стороны такие как красные пятнышки, и вот с этой стороны. То есть вот эта карамель, она такая, как я говорила, она играет тонами. Вот. Я потом ближе покажу. Он будет расти и будет очень красивый. Он не чисто зеленый, он такими разными оттенками, черточками такими. Я покажу ближе, может быть, будет видно лист. Ну, я, конечно же, покажу ближе, все рассмотрим, все разглядим. Супер классное растение, будет очень эффектное. Смотрите, какой пышный кустик.
вообще блестящие коричневые листья. Ну, даже не коричневые, они действительно карамельные. Очень, очень красивые. Вообще, довольна я ними. Я думала, мало ли придут какие-то такие несчастненькие. Потому что фото, как всегда, там не разглядишь на фото. Там издалека снято и непонятно. А здесь прям нравится, красиво. Карамельки меня порадовали. Так, здесь бегошка у меня. Рекс, по-моему, Ферокс Рекс. Ну, бегония — это всегда очень рискованный заказ, но мне нравится, людям нравится бегония, поэтому я ее заказываю. Да, какие-то листики мы потеряем, но, к сожалению, вот. Ну, из листиков тоже что-то можно вырастить. Посмотрим. Вот такая вот красивая бегония. Вся в таких шипах. Обратная сторона у нее тоже очень красивая. Еще она расправится, потому что она была вот так вот поджата, она расправится и будет очень красивенькая. Ну, такие пышные большие кустики, потому что тоже думала, что она махонькая, но она симпатичная, большая. Тут немножко все высыпалось. У бегонии очень здоровская такая, прям пышная. Там тоже, я так поняла, несколько растений. И горшочек уже, наверное, для нее мал, потому что она вот тут уже убегает из горшка. Ну, в общем, красота. Эти шипы такие интересные вообще. Супер, здесь даже листики на месте. Так, ну и еще покажу. Тоже она разойдется, расправится. Ну, листики в порядке, целенькие, все хорошо, пышно, пышно, красиво. И дальше тут немножко крупномерчиков. Это ксанаду. Такой вот крупномерчик. Да, он как бы средний, но ближе к крупному. Красивые резные уже листики. Довольно такой пышный кустик. Шикарный филодендрон, который растет кустиком. Кустовая форма. Вот. Очень он красивый. Так, есть еще. Ага, есть, который прямо из земли вот кустиком, а есть на штамбе, считается. Сейчас я его покажу. У него такие ножки уже.
и из этих ножек вот такое кустище растет. Сейчас. Ой. Немножко. Так, запачкалась. Так, вот такое кустище пышное. Растет вот на такой ножке. Прям уже из горшка убегает. Вот. Это как бы штамбики называются. На штамбе. Сонаду на штамбе. Интересно вообще такое. Посадка у него. Классный. Классный куст. Я, наверное, поднимаю вверх, ничего не видно. Классный куст такой. Вообще красивый. Очень интересный. Из этих стволов такие пышные верхушечки. Класс. Для интерьера, для декора очень красиво будет смотреться. А здесь у меня дальше идет антуриум. Я подпишу его название, там балалам, ланум какой-то, чтоб я правильно выговорила его, я лучше напишу, чтоб не ломать язык. И прикреплю, какой он будет в своем взрослом виде. Сейчас он вот такой. Вот такой у него лист. Этот лист будет увеличиваться и вот так вот красиво смотреться. У него такие ушки будут и удлиненный лист. Он очень интересный. Мне он очень понравился. И захотела его тоже и в свою коллекцию. Ну и кто вот желает тоже разбавить коллекцию антуриумов, тоже очень интересный сорт. Так, еще. Их у меня тут несколько. Немножко они примялись некоторые. Палочки я сразу убираю. Вот. Вот тут вот что-то уже похоже, виднеется. Вот. Он вот так в стороны расходится, вот эти ушки, и низ удлиняется. Выглядит очень эффектно. Очень классно. Антуриум прикольный очень. Так. Дальше. Здесь, к сожалению, видать, обломался, но смотрите, как разошлись в сторону эти ушки. И вот тут вот должна была быть, и ее не видно. В общем, он обещает быть очень шикарным. Молодые листы очень жаль, когда они еще не успели раскрыться и набраться. Они, конечно, лучше бы были бы либо в бутоне, не в бутончике, а свернутые. Вот когда они вот так вот, мы их теряем при перевозке. Теряем, к сожалению, молодые листы. Это обидно, но ничего не поделаешь. Приходится с этим мириться. Вот такие вот ушки. Может быть, расправится. Он еще такой, как бы пожмаканный. Ну, вот тут вот сломан листик. Уже придется его сразу отрезать. Потому что ничего не сделаешь уже с ним. Вот. Вот, смотрите, какой лист уже красивый. Уже так набирает свою мощь. Вот новенький растет. Ну, немножко он, конечно, как всегда, травмировался, но, может быть, выживет.
Так, и что у нас? Последний анториум? Да. И последний анториум. Их всего 6. Вот, уже у него листочек такой красивый разворачивается. Ну и такие они росленькие, не крошечные. Палочки уберу. Не крошечные, это меня радует. Так. Так, антуриумы мы закончили распаковывать. И здесь у меня диффенбахия, крокодил. Очень шикарная диффенбахия, очень интересная, с вот таким вот дракончиком, я бы сказала, на этом из ствола идет такой, какая-то бахрома такая, жесткая она, как спина у крокодила такая. Вот. И очень эффектное растение, очень красивое. У нас оно есть в большом виде. И вот кто хотел его, можно и доступно взять маленькими и растить. Здесь по два растения в горшке. Мало того, что оно, ну, небольшое и по цене более доступно, еще его и два растения. Вообще прекрасный вариант. Так, сейчас немножко компактнее поставлю. О. Так, и еще дракончик. Ой, не дракончик, а крокодильчик. Я покажу потом большое наше растение, может, ну, кто не видел, кто-то уже, наверное, видел, кто следит за нашими видео. Кто не видел, я покажу, какое оно в большом, уже взрослом виде, и как оно красиво смотрится. И вот малыши. Но малыши достаточно крупные. И сам узор на листках яркий, красивый. Так, это тоже из крупномеров. Второй канаду. Води. Или к санаду. Я, честно говоря, не знаю, как правильно ставить ударение. Но вот такая вот красивая. Красивое растение вообще. Оно расправится тоже. Разойдется в разные стороны. И опустит. Красивенько откроет листочки. И будет шикарно. Вот смотрите, какие у него листочки. Очень красивые. И мне нравится, что он кустовой. Он никуда не плетется. Он красивым кустом растет. И еще. Крокодил здесь. Он весь грунт убежал. Крокодильчики тоже очень в хорошем состоянии, очень классные, все целые, такие вот красивые, хороший такой себе размер. Так, снова заказала я
маску фараона большую. Я знаю, что они приходят всегда очень плохо, они опускают очень сильно свои листики, их надо реанимировать, немножко ставить в ведро они с водой. Они чуть-чуть оживают и тогда начинают быть красивыми, и тогда становятся красивые. Сейчас я знаю, что он мало произведет впечатление, но он будет красивым. Это колоказия, маска фараона. И, кстати, хотела я их еще заказать поменьше, но они уже почему-то исчезли. Может быть, еще появятся, конечно, но вот следующую поставку я уже не могу ничего заказать. Нету. Вот. Большое, крупное растение. Очень крепкими стволами. Много растений в горшке. Растение, конечно же, очень эффектное. Я не знаю, оно мне очень нравится. Вообще колоказии мне очень нравятся. Они растут очень крупными. Кто любит крупные растения, яркие, эффектные, вот колоказия самое оно. Ну, скажем так, я думала, будет хуже. Она крепенькая достаточно. Вот. Ее просто расправиться надо. Листики уже закручиваются как надо. Вот. Вот так вот, как у маски фараона должно быть. Вот так в обратную сторону заворот. У меня все время спрашивают, а у меня в наличии не было. Есть маска фараона красная, а вот фиолетовой не было. Ну вот теперь есть. Теперь есть вот такое огромное большое растение, которое, ну, красивейшее. Вот. И здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Их можно рассадить на 6 горшков. Вот такая вот красота. Ой. Все-таки какие-то не дожили. Ладушки. Его, конечно, надо. Он вообще сухой, а он должен практически жить в воде. И, ну, я сейчас, конечно же, займусь с ним. И все будет красиво. И еще один крупномер. Это Хамеломена. Руби Сенс Маги. Шикарный крупномер. Нравится мне это растение. Оно такое пышненькое. У нее зеленые листики сочетаются с такими бордово-красными черешками. Очень смотрится ярко и нарядно. И оно классно озеленяет любое пространство. Оно большое, пышное и заполняет собой нужное место, нужный угол. Или там у меня вот посреди зала стоял. Очень красивый, очень. Такие плотные листики. Сейчас поставим, расправим. Расправится и будет красота. Это молодой лист такой красивый. В общем, Хамеломена очень красивая. Шикарная. Тоже отсниму, покажу ближе. И на этом одна коробка распакована. И приступаем к следующей. Следующая коробочка. Вот, а здесь растения, за которых я очень переживала. Это бегония, которую все очень
любят и ждут. Бегония макулата мегадот. Я переживала за нее, в каком виде она приедет, потому что приезжает она по-разному. Она в этот раз приехала очень сухая. Очень сухая. Так. Но приехала хорошо. Ну, по крайней мере, то, что я достала, более-менее. Нижние листики немножко, вот эти, немножко с заминками. Но в целом она приехала хорошо. Я даже не жду, что она приедет прям совсем без повреждений. Это не про эту бегонию. Но приехала хорошо. Практически вот листики целенькие. Ну, опять-таки, приехала хорошо данный вазончик. Сейчас посмотрим другие. Так, это тут у меня еще одна карамелька. Сейчас я сразу ее уберу. Ставлю сразу ее в сторону. Так. И еще бегония. Так. И здесь она прям цветет. Даже так, вот такие громадные у нее листики, огромные, просто красивые. По краешку идет мелкий горошек, как обрамляет лист. Это очень красиво. Кто заказывал, кто ждал, приехали, пишите, будем отправлять. Ее, конечно, отправлять тоже очень проблематично. Сделать так, чтобы она доехала. Но ничего, мы стараемся. Приедет в целости и сохранности. Вот такая пышная. Большая она. Вот. Так, чтобы понимать размер. Она крупненькая. А лист огромный. Вот рука. И вот лист какой здоровенный. Тоже доехал хорошо этот вазончик. У меня их будет 9 штук. Потому что все время кому-то не достается. В этот раз я уже заказала много. Так как она бывает не каждый раз, а редко. То я решила, эти вот штуки, конечно, то я решила заказать уже много, чтобы уже досталось всем, кто хотел. Вот. Это красивая очень. И цветочки у нее, посмотрите, какие нежно бело-розовые. Такие хорошенькие. Вот еще цветет. Тоже приехала нормально. Еще одна последняя карамель. Пышненькая. Блестященькая, красивая карамелька. И вот растение, за которое я очень переживала. Это филодендрон Чокорет. Только в очень крупном размере.
большими листами. Это, я так понимаю, какие-то большие верхушки. Очень, очень большие. И будем смотреть сейчас, как он доехал. Конечно, за его листья я переживаю, потому что они огромные. Ну, вот эти, допустим, доехали отлично. Как всегда, может пострадать только молодой лист. Ну, немножко вот треск. Этот плотный. Сейчас еще сниму. И вот такие лопухи. Ай, блин, жалко. Поломался лист. Вот не зря переживала. Конечно, заказываю на свой страх и риск. И вот видите, что получается. Не очень хорошая история. Да, плохо они доезжают. Плохо. Ну, они очень красивые, уже большие, крупные. Естественно, следующий лист выйдет, молодой, большой. И он будет уже тоже вот такой огромный. Поэтому, как бы приобретая такое растение, мы приобретаем уже взрослое, крупное листное растение. Не надо его годами растить, чтобы дорастить до таких размеров. А вот купили и лист очень большой. Очень большой. Сейчас попробуем вот молоденький лист, чтобы себе ровненько расправлялся. Так, поставлю его. Оно очень красивое, прям такое бархатное. Вот. Единственное, что вот прям переживаю я дальше, что у нас ждет. Так. Не сходит. Его хоть прикрепили палочками, все. Но за сам лист я волновалась. Ну вот здесь, слава богу, все листы целые. Этот поврежденный, я так поняла, не при транспортировке, а изначально он уже порвался. А остальные очень красивые. Бархатные такие. Хорошенькие. Я еще их отсниму, потом покажу. И еще один, я так понимаю, это последний. Их всего три. Больше я заказывать не рискнула, хотя растение очень-очень красивое. Но я боялась. Так как у него очень большие листья, я понимала, что их сдавят в этой коробочке. А здесь еще и, боже мой, прижали прям лист проволокой. Но даже не посмотрели на то, что лист зацепился за проволоку. Это капец. Ну ладно. Такие вот листики. Пышные, красивые. Не знаю, насколько вам хорошо в данный момент видно, но потом покажу еще. И растение, всеми полюбившееся, это фанбан в средненьком размере. Филодендрон фанбан. У меня был большой, потом был чуть поменьше. И сейчас еще чуть-чуть меньше взяла, потому что, ну, более, как говорится, доступно. И
Наверное, он лучше приедет. Потому что когда в тролле заказываешь, то ты не переживаешь за его состояние, когда в коробках, то волнуешься. Вот фанбан. Молодой, но лист уже у него красивый. Уже такой, состоит из нескольких лепестков. Вот. Начал делиться уже он. Так, тоже уношу в сторону. Так, ну и здесь вот у меня одни фанбаны. Смотрите, какое красивое. Какие красивые лепесточки у него. Листики прям, ну, прелесть. У него такие интересные листья. И они все больше и больше не расширяются, и этих лепестков становится все больше и больше. И вот такой кружок из лепестков получается. Вообще красота. Мне нравится его блеск. Такой темный цвет и блеск. Это очень красиво смотрится. Опять-таки в интерьере такое растение очень шикарно поставить. Насыщенный зеленого цвета. Какие листья красивые. Ну и я не видела, чтобы он был прихотливый. Он не прихотливый. Он абсолютно спокойно себе растет. У меня даже растет не на свету, а в углу зала под искусственным светом. Причем свет обычный от лампы. Не специальная досветка. Вот, и выдает новые листья и прекрасно растет. То есть растение неприхотливое. Уходим. Так, да, распакую уже весь фанбан. Средние красивые кустики. И последний в этой коробке. И коробка уже закончилась. Я так понимаю, что следующая коробка у меня это... А, есть там еще другие растения, да. Я думала, что только бегония одна. Вот. Выходят новые листики. Такой он пышный, красивый. И на этом коробочка вторая закончилась. Осталась маленькая третья коробка. И вот распаковываем третью коробочку. Здесь меня подвел микрофон и был ужасный звук, шелест. И я очень тихо говорила, поэтому я озвучу поверх видео. И расскажу, что в этой коробочке мы увидим. Ну, здесь бегония, потому что ее много, ее 9 штук. И в этой коробке у нас остальные горшочки. Я покажу, какого они вида, как доехали, насколько хорошо доехали. И, может быть, вы выберете, какой горшочек вам приглянулся. А вот этот горшочек доехал хорошо. У него листики все целые, смотрят в разные стороны, значит, они не сломаны, и все с ними нормально.
этот горшочек лежал сверху. Я думаю, что поэтому он и хорошо сохранился. А дальше у нас идут другие растения. Это растение называется ксантосома. Она очень эффектная. У нее яркие полосатые листики, очень плотные. Она напоминает, ну, она вообще ближайший родственник алоказии. Как я понимаю, это ароидное семейство. И листочки у нее очень плотные и яркие. Полосатые, просто привлекают очень свое внимание. В любом интерьере и среди других растений будет ярким пятном и разбавлять коллекцию. Растение очень такое притягивающее взгляд. Невозможно на него насмотреться, но очень красивое. И вырастает где-то до 1,5-2 метра. Это в комнатных условиях. Достаточно большой лист тоже. Большой, крупный будет. Ну, для этого ему надо создать условия. Это грунт, влажность, свет. И все будет хорошо, он будет ярким и красивым. Все дошло хорошо, все горшочки целы, все листики целы. Ну, в общем, растение это дошло, доехало прекрасно, без каких-то потерь, травм, повреждений. В общем, очень-очень хорошо. Всего их 4 горшочка будет, немного, кустики пышные, так что смотрите, выбирайте. Дальше еще бегония, бегония макулата мегадот. Вот. Но в целом они все доехали нормально. У некоторых есть небольшие повреждения, но снизу какие-то трещинки, им заворачивают листья вверх. Вот когда заворачивают листья вверх и прижимают, то могут образовываться вот такие трещины. Но они не мешают листу дальше существовать. То есть как бы трещинка есть, но лист не пропадает. И себе растет и украшает. Вот, новых листиков много, она цветет, выдает молоденькие листочки. В общем, все хорошо с растением. Вообще все бегонии приехали хорошо. Единственное, что они суховаты, но это не так страшно, как залитые и там гниющие. Просто суховаты, наверное, из-за жары. Все-таки было очень жарко. Вот только несколько дней, как пару дней, как погода немножко изменилась. Вот. И я очень довольна тем, что приехала. Бегония приехала вся, в принципе, красивая, бывала и похуже. В этот раз все хорошо. Довольна я этой поставкой.
микрофон подвел меня в очередной раз. Он просто сел в самый неподходящий момент. Ну и звук получился совершенно не очень. Слушать невозможно. Поэтому пришлось поставить музыку. Я надеюсь, она вам понравилась. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за подписки. Рада всех видеть. Вся информация для заказа растений в описании под видео. Пишите на Вайбер, на Телеграм, в Инстаграм. Все доступно, все очень быстро, отвечаю всем быстро. Поэтому жду ваших заказов и до новых встреч!